Большие планы, большие надежды. Генеральным директором Российской национальной библиотеки назначен Владимир Гронский. Первая встреча с коллективом РНБ состоялась накануне в здании на Московском проспекте. Официально нового руководителя представила заместитель министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова. Она отметила, одна из главных задач сегодня – привести в порядок имущественный комплекс библиотеки, в частности, старинные здания на Фонтанке и Садовой улице. Не менее важно укрепить статус федерального и мирового научного центра. Российская национальная библиотека – это один из ведущих, из главных центров по сохранению и по реставрации и книжных памятников, и вообще книжных фондов. И мы считаем, что библиотека должна занять здесь лидирующие позиции не только в России, но и во всем мире. Очень важна проектная деятельность, то есть различные проекты. Российской национальной библиотеки такой кладезь знаний, культуры, артефактов, документов, памятников. И многие о них даже не подозревают. Владимир Гронский родился в Кронштадте, окончил факультет журналистики Ленинградского государственного университета. С 2013 года был директором Государственного мемориального музея Суворова. Возглавляет комиссию по культуре, сохранению историко-культурного наследия и туризма в составе Общественной палаты Петербурга.